Улы кумылын саламлайна. Рүйдоласы турист да увер рүйдір Дива России, Россия күкшітан конкурсышты ОРТ Малтан. Нунын путешествие в город чудес люман видеопрезентацийышт конкурсын ик номинацийышты же ончыл вера шлейктан. Кумданрак мемнан материалышты. Чумырола да кажны гаяк микрорайонысы истории санан лукым шымлайн, калык дека намиен шукташ. Тыгодым турист ден экскурсантын иготшым, кушеч улмыжым шотышналан, тур маршрутым пайдалын да оңайын чоңаш. Ончылгоч сайын ямдылымы кугу материалым чын радамлен мошташ. Икманаш экскурсовод-влак ончылны муткучышан задача шугам. Тидын годымак эше вес регионла гыч турист-влакым кумылаңдыман. Титланжы экскурсант-влак тюрлы йӧным кычалыт. Иктыжым Йошкар Оласы вер нерген чапла видеопрезентаций. Юмашта турист да увер рюдер мутлан путешествие в город чудес роликом ямдален. Этот город Йошкар-Ола. Он находится в сказочном Арийском крае, где хранится множество небывалых легенд. Данный видеоролик у нас был создан в прошлом году. Над этим роликом мы работали совместно со студенткой Марийского государственного университета Линой Тихончук. Идея видеоролика была в следующем. То есть мы хотели показать столицу Республики Мариэл в таком фантастическом, интересном, необычном ракурсе. И поэтому за основу была выбрана идея фильма «Алиса в стране чудес». Там звучит музыка, которая как бы вводит зрителя в такие сказочные чувства. И в результате в дальнейшем начинается текст и показ. Объекты были целенаправленно отобраны, чтобы они показывали, вот, можно сказать, и в интересном ракурсе наш город, но и при этом сам текст, он как бы тоже прорабатывался, чтобы был доступен не только для подростков или же для взрослого населения, но в том числе и для детей. И поэтому материал, можно сказать, такой достаточно сказочный и необычный. Путешествие в город чудес презентации турист да увер рюдерлан сэнгымашым конден. Дива Руси фестиваль конкурс Руси кюкшитан лиен. Мариелан рюдулаж нерген каласкалышы ролик юл кундем федерал округушта икымшы верыш лектын. Нуна презентация территории номинации што эртем алтынат. Тиде конкурс, что мы кокомши гана, участием принимал инай и кочин, и комши гана жили инту нам, мы кайма минан проекты на Царевград без преград тени, кок видеопрезентациям колдума, тиде кок видеопрезентация гачин, и кача и комши местам сенгенал. И тиде презентации, тут минан уланам шумак кайончик, такая мотор койшаном, что и уна влаклан пеш мотор сюрет ман магалиеш и сандена тида пашана, наверное, и кымши местам сенген налм. Еще федеральный уровень шкалектеш, тида конкурсу, что вес паша влактена танга саш тюнгалеш. А титеш посна, тида паша, тогат мемнан уланам унай сюрет тенончикта, сандена тида презентации килеш лин вес минан улашка толшылан уна влаклан. И ну ончен кертат тидым, ужин кертат, да, сандена чоныштышт, сандена толмышт шукта мемнан рюдолашка. Гид-влак экскурсиям вилля нара турмашут почешертарат, но на тематика могорым тюрлы улыт. Тематика авторский да обзорный манма. Шукын пытартышажы мойрат. Юмашты рюдолашка мутлан нылшыды тюже мутла ең толын коштын, а республик мучка тиде чот кок пача шукырак. Район-влакат моткоч ветмашан улыт. Поснак Юрина поселкысы Шереметьевын замокшым палемдыман. Татынеж Россиян эн эроктарышы вич замокшы радамыш пурен. Тагайым Россиясы туроператор-влакын ассоциация жертарен. Ончыкыжым тиде верым бренд турмаршрутыш пурташ палемденыт. Тур маршрутов 282, около 300. Популярные, конечно, брендовые турмаршруты. Это «Чудеса земли Марийской» и «Край звонких гуслей». Это касается Великого Волжского пути, который захватывает три республики Мариэл, Чувашию и Казань. Но и в том числе они проходят и через экологические, так скажем, наши территории. Как я уже сказала, это касание, например, с рекой Волга, в городе Козмодемьянске, посещение Горномарийского района. Сейчас мы очень хотим, чтобы в данные турмаршруты брендовые вошел у нас еще и замок Шереметьево Юрина, потому что правительство уделяет огромное внимание развитию данной территории. Сейчас идут реставрационные работы в замке Шереметьево. Ну и, конечно, он находится в уникальном месте на реке Волга. Там богатые леса, нетронутая природная такая, так скажем, территория.
Поэтому я думаю, что будет очень уместно, что мы не только культурно-познавательный туризм будем развивать именно в Великом Волжском пути, но и чуть-чуть вводить туда экологический туризм. Русиян Эн Сайвич замокша в Лакрадамшка, Шереметьевын замокша деч посна, Ленинград области са Выборгский, Самарский области са Гарибальди, Калининград области са Шаакен, Воронеж кундемыса Ольденбургская принцессан замокша в Лакулат, тида латкумшы курымгыч тюнгалан, тачысы кеча марте аралалт котшы истории памятник в Лакулат, кажны жашке моторлыкшы поян историш ден ойртемалтеш. Тагем, ончыкыжым Юрина кундемыса чапла замок, даридоласы турмаршрут, турист в Лакоклашта утларак йодмашан лиетманын ишаныма шуэш.